работа была со звуком. Я не понимаю, почему звука нет. Огонь, который? Огонь должен быть. Подождите, у Гоблиниши разве фаер работа? Мне кажется, мы напрасно сейчас читаем чат. Он, во-первых, с определенным лагом, а во-вторых, люди реагируют явно на что-то другое. Давайте переходим к демонстрации первой работы. Первая работа — это Fire. Переключаем на компу машину, запускаем батник, и все должно работать. И вот у нас огонь, как мы видим, в 256 байт. На экране. Так. Звук, давайте убедимся, что действительно, если он играется с этой машины, он слышен. Возможно, он не переключаемся, чтобы убедиться, что звук действительно есть. Кто-нибудь что-нибудь слышит? Он есть, но видео. Так, отлично. Файр без звука или со звуком? Файр без звука. Так, итак, это... С первой работой мы разобрались, переходим ко второй работе. Вторая работа называется «Eggs», автор ее Гоблиниш. Мы сейчас благодаря аварии, грубо говоря, узнали, что у нас со звуком проблемы, так что давайте проверим, слышен ли звук. Звук? А, есть. Похоже на MIDI-инструменты, да? Это MIDI. Звонят колокола. Играют какие-то клавесины. В общем, довольно мрачная атмосфера навевается этой работой. И нагнетается. Вот этот подъем частоты, он нагнетает реально. Работают под PC, 256 байт, DOS. Да, мы запускаем все в DOS-боксе. Работа действительно MIDI использует, по-моему. Вот, мне кажется, именно так это. Да. Ну что же, великолепная работа. Давайте похлопаем автору. Это, да, ремейк работы, сделанные 20 лет назад. Так, нас ждет третья работа. Называется она Polygons in Circle. И прислал нам ее наш давний друг Рубельсон. Он часто выкладывает очень интересные работы нам.
Давайте посмотрим, что он приготовил для нас сегодня. Это треугольник, который шагает в квадрате, который шагает в пентагоне. И они и так далее все. Ну да, возможно, пирамида. Очень красиво, красочно. Спасибо. Спасибо автору. Полагаю, что работа зациклена. Так, третью работу нам также прислал Гоблиниш. Называется она «Визитор», и выполнена она в виде бут-сектора, то есть это то, что мы должны записать, по идее, на Master Boot Record, и будь Гоблин злым человеком, он бы в RUN 64 включил бы команду, инсталлирующую это на Винчестер, в первый сектор. Но, к счастью, мы все друг друга любим. Очень сиджашные цвета. Да, цвета, на самом деле, да, цвета прекрасные. Еще вот я... Вторая картинка, которая нам видится, она меняется, да, она все время меняется. То есть происходит рассыпание картинки. Спасибо, спасибо, Гоблиниш. Отличный бут-сектор. Так, а мы тогда... Переходим к демонстрации пятой работы. Сейчас я все подготовлю. Пятая работа называется Torus Inversion. И, собственно, как тут и декларировано, я, к сожалению, не успел прочитать на слайде, но нам предстоит увидеть вращение тора в четырехмерном пространстве при помощи инверсии. Довольно простая операция нас ждет. Давайте посмотрим, как это выглядит. Да, это 256 байт, насколько и мне не изменяет память. Мы все еще в PC-тайне интро. Работа без звука, но зато работа с четвертым измерением, как мы наблюдаем. Так, и давайте посмотрим, сколько все-таки байт. Сколько же это байт? Великолепно просто. И цвета прям как мы любим. Так, Torus Inv.com. 390 байт. 390 байт. Это не 256, но тем не менее. Так, хорошо. Четырех... Пространственная работа. Мы проконсультировались с органами охраны порядка, и
мы можем продемонстрировать эту работу, но дети до 18 лет должны покинуть помещение. Давайте переключаем. Декранчинг определенный. Я надеюсь, что звук именно от этой работы, а не у меня оставленный SoundCloud. Да, определенно в медицинских целях. Происходит определенное мерцание, и вообще, конечно, работа имеет много измерений. Звук, конечно, хорош. Ну, спасибо большое автору. Выполнено, как мы видим, да, Веза видео, конечно, это не стандартный экран. Ну, хотя Веза тоже, можно сказать, стандартный экран. Так, переходим к следующей. И нас ждет работа Become Love, которую нам прислал Super Rogue and Blossom из Marquee Design. Они снова поддерживают наши мероприятия, за что им огромное спасибо. Thank you very much, guys. It's always really good to see your entries on our demo parties. And you always entertain us. So let's see. 252 bytes.
Да, вот такую работу прислали нам из-за рубежа. Thank you very much. We have no fear. Why not? Итак, переходим. Да, это была седьмая работа и последняя в этом конкурсе, последняя на этом фестивале. Убедительная просьба проголосовать по всем конкурсам.